А перед началом этого ролика хочу посоветовать очень интересный сайт. Сайт называется talauncher.org. Расскажу кратко. Регистрируйся, получил, регистрируйся. Когда зарегистрировался, ты можешь посмотреть на свой ник. Можешь загрузить себе скин. После нажимаешь «Скачать Майнкрафт». Нажимаешь «Скачать Майнкрафт». После ты выбираешь именно какой Майнкрафт. Если тебе не нужно, Джин, если тебе не нужно знать именно какой ты хочешь скачать, ты можешь нажать «Скачать лаунчер для Майнкрафта», короче, «Скачать для Майнкрафт Т-лаунчер». Вот туда вот нажимаешь, и он у тебя начинает скачиваться. Смотри. А вот, смотри, нажимаешь «Скачать Т-лаунчер», и вот он у тебя скачивается. В общем-то, я не буду отвлекать от ролика. Погнали! Всем привет, друзья, с вами Энергликет, и сегодня мы снимаем получается. Сегодня я снимаю видео, получается. Смотрите, я вам покажу, если вы хотите версию 1.16, но вы не учите, но у вас она не отображается, нажмите «Отображать снапшоты», нажимаете «Сохранить». А, да, кстати, некоторые... Итак, сейчас. Некоторые в кратком не понимают, где это, поэтому вот сюда, вот, «Настройки». И вот эта вот кнопка, в дополнительных, вот эта вот кнопка. И нажимаем «Сохранить». Так, смотрите. Теперь нажимаем «Учитель», ставим самый верх. И ждем, пока найдется снапшот. Пока найдется наш снапшот. Вот наш снапшот. Снапшот 20V10A. Нажимаем «Включаем». Вам может высветиться такая ссылочка, чтобы вы... Ой, ну не ссылочка, а такая надпись, чтобы вы, получается, обновили. Нажимайте «Да». Итак, смотрите, получается. Мы зашли в версию 1.6. Смотрите, что тут есть. Так, сейчас смотрите. У нас есть шлем дьявола. Это я уже тут поставил. Вот такие вот, короче, вещи. Берем лук дьявола, меч дьявола и щит дьявола. Теперь одеваем это все. Одели. Смотрите. Теперь мы можем пуляться огнем. Ну, а, кстати, я уже смотрел, это пиглины. Запомните, это пиглины. Только это уже зомбированные пиглины. Из пиглинов обычно выпадает или золото, или что-то типа этого. Смотрите, если мы включим просто... Так, сейчас. Если мы просто включим гейммод... Получается, гейммод, короче, выживание, давайте включим. Смотрите, подойдем к забированным пингвинам, вообще пиглинам, и они должны нас атаковать. Вот, видите, они как свинозомби, сейчас атакуют почему-то. Точно, я забыл, кстати, поставить это. Кстати, маленьких пиглинов. Вот да, тут так сейчас предлагает. Я сделал для вас кое-что интересное. Первое. Это искаженная часть ада. Вот как она может выглядеть. Дальше. Бордовая часть ада. Вот как она выглядит. После. Новые таблички добавили. Подпишись и поставь колокольчик. После добавили незаритовую броню и незаритовый меч. Мы можем его взять. В общем-то, вот он. И вот броня. Смотрите, на что она. Три. Значит, это плюс 3 твердости, плюс 3 брони. Одно сопротивление обрезыванию. Ну, короче, тут все одинаковое. Только у некоторых больше брони. Вот, короче, меч сам. Скорость атаки 1.6 и урон 8. Это достаточно много. В общем-то, теперь, ну, это будет короткое видео. После добавили фонарь синего огня, огня душ и факел душ. После я вам кое-что покажу. Новая анимация кидания, смотрите. Берем просто любой блок, ну, для цветочек, и нажимаем «Кинуть». Видите? Смотрите, смотрите на то место, там, где сейчас цветок. Видите ли, там рука ударила.
Это она так кидает. А теперь мы окажемся в аду, в том месте, там, где обычно спавнятся эти мобы. Вот, ребята, как я вам и говорил, вот все эти мобы. Вообще, сейчас тут эндермены, потому что это считается как эндер... типа, мир для них.